se traba? ¿De qué tipo de hierba hacen la... ¿Tabaco? El pegamento. Ah, no, eso es una resina. Se importa de Canadá. Ah, esta. Importir. Advas. Ah, Canadá. ¿Es Canadá? Да, такая специальный клей, резина, который дает дерево. Мы можем с нами уже. Я так не запахла. Это ничего не пахнет. Он так начинает. Ну, самые плохие листы. Он убирает вовнутрь. И склеивает так. Потом вставляет на пресс, запрессовывает. В течение 15-20 минут. Проходит, так начинает. И потом доделывает. Листья прессуют уже. Да. Это уже запрессованные листья. Да. А он сам сигары курит? Он? Нет. Он курит сигары? Правильно? Правильно. Ahí están en la... Sí, pero que tengo un llantén en los ojos hoy. No quiero ni ponerme el cobre. Y patón para el frío, ¿verdad? Está cuyo crublinco. Только ее никто за 23 доллара покупать не будет. Так, я пойду куплю ром. Мастить можно? Э? Можно? Не мог, да. Você era Gustavo? Este é Steve Glasner. Da, Glasner, aham. Patrões. Da, Glasner, aham. Então... А то не скрутится, да? Не скрутится. Ну, сухо будет ломаться. Да. Он быстренько, он его ставит на прогноз, чтобы вы видели, как он. Не все листы могут использоваться. Есть листы, которые используют для внутреннего. Строить одна сигара, надо брать 5 сортов табака. Это самый хороший листы. Выраживать в определенные места. И вот с него делятся уже внешний вид. Ну, красивый вид. Он вам дарит вот эти сигары. Смотрите, как все делают. Pero mi nieta. ¿Eh? Rafaela. ¿Eh? Graviela. Gabriela. Gabriela. Anoche estaba durmiendo en el cuarto con tu abuelo y conmigo. Similar. Añejo. Написано «Аньеха», «Аньеха». Это значит «Сибирь». Мира, мама. Qué lindo eso para ti. ¿Esta vamos? Muchas gracias. Qué lindo. Esta es la ciudad. Hielo.